Всем привет! С вами MetaRatings.ru, и сегодня мы расскажем вам о сайте букмекерской конторы 1xStavka. Попасть на него можно в том числе и с нашего сайта, выбрав из списка топ-букмекеров по мнению Рунета. Сайт 1xStavka.ru имеет классический для букмекерских сайтов интерфейс. В левом верхнем углу вы найдете кнопку, нажав на которую вам будет предложено скачать мобильное приложение 1xStavka для Android и iOS. Обычно на этом предложение букмекера заканчивается, но это не наш случай. 1xStavka предлагает своим клиентам специальную программу приложения для Windows, которая ускорит работу с линией и лайвом и сэкономит вам трафик. Рядом с приложениями расположена кнопка заказа обратного звонка. В правом верхнем углу, помимо стандартных кнопок авторизации и регистрации, есть три кнопки, позволяющие настроить сайт по вашему желанию. И если выбором языка и часового пояса нас не удивить, то кнопка настройки совсем другое дело. Она позволяет сменить формат и индикацию изменений коэффициентов, изменить размер шрифта, вид и оформление сайта, включить облегченную версию сайта и многое другое. Особое внимание стоит уделить регистрации. Она на сайте 1xStavka, в отличие от многих других букмекерских контор, максимально подробная и занимает куда больше, чем пара минут. От вас, помимо стандартных данных, потребуют указать гражданство, страну, регион, город, пол и дату рождения. Не только ввести номер своего телефона, но и код подтверждения, который будет вам выслан посредством SMS. После всего этого вам будет присвоен ID, который, как и пароль, необходимо запомнить. Чтобы завершить регистрацию на сайте, необходимо активировать аккаунт в письме, пришедшем на почту. Ну а далее стандартная идентификация в ЦУПИС и в ППС. В меню сайта 1xStavka, помимо разделов «Пункты приема ставок», «Партнеры» и «О нас», вы найдете 4 очень интересных сервиса. Кнопка «Линия» скрывает в себе не только актуальные матчи и события, но и раздел «Итоги чемпионатов», где можно сделать ставку на победителя или промежуточные итоги крупных турниров. А раздел «Конструктор» настолько крут, что по нему мы сделаем отдельное видео, а пока коротко. Этот сервис позволяет виртуально столкнуть друг с другом команды и соперников, которые в реальной жизни не имеют шансов друг с другом сыграть. И не только столкнуть, но и сделать ставку на этот виртуальный матч. Это очень здорово! Едем дальше. Раздел «Лайв» позволяет следить за событиями, которые идут в данную минуту. Раздел «Анонсы Лайв» содержит в себе матчи и линии для них, которые запланированы на ближайшую неделю. Раздел «Мультилайв» позволяет следить в режиме онлайн сразу за несколькими событиями, которые вы выбираете сами. И не только следить, но и делать ставки с актуальными коэффициентами. В разделе «Акции» вы найдете актуальные акции и бонусы как для уже зарегистрированных клиентов, так и для новичков. Кроме того, в меню вы всегда можете увидеть результаты матчей и подробную статистику. Левая часть сайта отдана под навигацию, которая содержит в себе более 70 видов спорта и дисциплин, а также несколько фильтров, такие как события лайв, топ-игры, фильтр по дням и часам, а также поиск по событиям. Правая часть сайта имеет окно, отображающее сделанные ставки, ссылки на социальные сети букмекерской конторы и горячие предложения по актуальным матчам. Весь правый блок можно как скрыть для удобства, так и сделать больше. В центральной части сайта, прямо под меню, есть блок с актуальными предложениями и акциями от букмекерской конторы 1xStavka. Его также можно убрать, выбрав облегченную версию сайта в настройках сайта. Если вам надоест постоянная смена пестрых картинок, можно так и сделать. Наконец, под главным блоком представлены линии с коэффициентами для ставок на матчи, которые уже начались или вот-вот начнутся. А в самом низу можно найти предложенные букмекерам экспресс дня и лайв экспресс дня. Если же у вас в процессе освоения сайта или игры с 1xStavka возникнут вопросы, то найти ответы на них можно, позвонив по телефону службы поддержки букмекерской конторы, который указан в футере сайта или на нашем сайте metaratings.ru. Ссылка в описании. Мы поможем вам разобраться в ставках и не ошибиться в выборе букмекера. Подписывайтесь на наше видео. Пока!